встречи с вами. И мы рады, что и знаем, что все здесь встретились не случайно, и все здесь и представители многих национальностей, и видим, как наш Отец, наш Ишуа Машиах объединяет нас для общего служения, чтобы любовь Его наполняла сердца во всех регионах, во всех странах и среди всех народов. Аминь. Всем здравствуйте. Мы с Украины, с Киева приехали сюда к вам. Это просто Бог так действует неимоверным. Меня зовут Надежда. Я когда слышу песни, которые говорят «Господь наша надежда», моя душа ликует. Вот. И это просто Господь нас привел сюда. Мы приехали в Кранево служить, здесь открывать мессианскую общину. Вот. И очень приятно слушать, когда вы говорите «Ишуа Машиах». Вот, и это просто бальзам на душу. Вот, и просто так случилось, что мы приехали, и мы оформляли картку тимчасового захисту, закрыла, здесь для украинцев есть, помогает, слава Богу, очень благодарны Болгарии. Вот, оформили, и нас определили в отель «Аквалайф». А потом оказывается, что вы приехали с Трехдзесом именно в этот отель. Хотя я не знала вообще об этом семинаре, конференции, я услышала первый раз от Николая, который пошел к вам и вас благословлял там ароновым благословением. Вот. И мы хотим тоже вас благословить ароновым благословением. Спасибо вам большое за гостеприимство. И нам очень приятно то, что здесь Болгария открывает двери для верующих. И в Кранево, после вас, особенно действует Дух Святой. Люди приходят на эрев шабаты, мы там проводим. Мы проводим еврейские танцы. И психологическую помощь еще надаем, потому что очень нужно людей поддерживать психологически. Я психолог по образованию, того я помогаю этим служениям. И сейчас тогда мы вас благословим. Нет, сейчас мы Шма Израиль споем. Давай, Шма Израиль. А потом благословим. Угу, барона. Шма Израиль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад. Барух Шем Кевод Малхуто Леалам Ваед. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь единый есть. Благословенно имя Его, чехославное царство вовек. Амен. Амен. И да, слава нашему Господу. Слава нашему Спасителю Ишуа Машиаху, Ишуа Мессии, Иисусу Христу за то, что Он даровал нам это спасение, что мы идем верной дорогой, когда мы слушаем голос Ишуа. И я желаю всем слышать голос нашего Спасителя среди других голосов, потому что мы как овечки послушные, Он наш пастух, который ведет нас дорогой истины, дорогой спасения в небесный Иерусалим. Так говорил Господь, говорил Моше, так благословлять сынов Израиля и дочек Израиля, молитва Аарона. Еврехеха Адонай веешмереха, Яэр Адонай панавалеха вихунеха, Иса Адонай панавалеха виясем леха шалом. Да благословит вас всех Господь и сохранит вас. Да обратит на вас Господь светлое лицо свое и помилует вас. Да презрит на вас Господь светлое лицо свое и подарит вам свой Божий мир, свой Божий шалом, свое божественное здоровье и исцеление. Бешем Ишуа Хамашеах. Амен. Аллилуйя. Слава Господу. Дякую.